Всем привет! Сегодня пятница, 6 сентября 2019 года, город Пермь, деловой центр Серго. Сегодня вот в этой организации, так называемом центре аналитики финансовых технологий, в 6 часов будет происходить бесплатная раздача сыра в мышеловке. Я сейчас после пикета попробую туда зайти, но думаю, что навряд ли у меня получится, поскольку приехала небезызвестная всем компания, частная охранная компания СВОТ. Вот ее машина. И один из сотрудников там стоит. В эту среду на меня было совершено нападение, после которого я получил синяк на руке. Я обратился в полицию, написал заявление, был в отделе судебно-медицинской экспертизы и надеюсь, что начнут уже привлекать компанию СВОТ к уголовной ответственности. Ну что ж, попробуем зайти. Не трогайте что меня. Не трогайте меня. Вам сюда нельзя. Что значит нельзя? Ну, вам вход закрыт сюда. Почему закрыт? Не трогайте меня. Я полицию вызову. Значит, не трогайте меня. Вот опять сотрудник ЧОП занимается Не трогайте меня. Я вас не трогаю. Мужчина. Не трогайте меня. Уберите руки от меня. Мужчина. Что, так и бегать за мной будете? Киньте торговый центр. Торговый центр? С какого перепугу? Не знаю, куда вы едете. Ну, мало ли, что вы знаете. Вот сотрудник бегает за мной. На днях я получил из Росгвардии письмо, в котором... Что значит не надо снимать? Что это значит? Я полицию сейчас вызову. Вот смотрите, бегает. Я все равно сюда зайду. С полицией или без полиции. Но сюда зайду. Сегодня опять буду писать заявление. Здравствуйте. Хочу попасть на бесплатную раздачу сыра. Тогда он будет... На основании чего? Не трогайте меня. Не трогайте. Никуда я не буду покидать. Вызывайте полицию, если я что-то нарушаю. Алло. Не трогайте меня. Не приближайтесь ко мне. Вы что делаете? Я делаю. Покиньте помещение. На основании чего? Вам сюда нельзя. Вы кто? Вы кто? Я сотрудник ГБУ. Удостоверение, пожалуйста. Не подходите я ко мне. Я показывал вам. Покажите удостоверение мне. Здравствуйте. Муромская... О, извините.
Монастырская, 61, деловой центр Серго. На меня нападает человек, одетый в форму, на четвертом этаже, одетый в форму камуфляжную. Пытается меня не пустить в помещение. 61. Прижимается ко мне, толкает меня. Я вас не толкал. У меня все на видео есть. Я не знаю, кто он. Вы кто? Сотрудник ГБР. Сотрудник ГБР. Могу я увидеть ваше удостоверение? Не суйте мне в лицо. Покажите, пожалуйста, ваше удостоверение. Я вам показал его. Он сунул мне в лицо и тут же... Дайте я прочитаю. Не надо снимать его. Дайте я прочитаю. Я говорю, не надо снимать. Дайте... Он сует мне в лицо, не дает прочитать. Будьте добры, пожалуйста, наряд сюда пришлите. Я заявление... Шейкин Иван Юрьевич. Четвертый этаж. Да, я захожу в офис, в котором есть... Свободный доступ. Более того, он меня пытался не пустить даже в здание. Серго. Хорошо. На вас будет написано заявление. Покажите мне ваше удостоверение. Кто? Я вам его показал. Вы мне не показали. Уберите камеру. Я не хочу убирать. Хайдаршин Ринат Александрович. Дата. До какого оно действует? Оно действует. До какого оно действует? Оно действительно. Покажите мне, пожалуйста. До какого оно действительно? Я вам показал удостоверение. Все, на вас будет заявление написано. Вот такие у нас сотрудники мне. Якобы. Бандиты. Мышеловка. Здравствуйте. Что значит закончилось? Опять вас дали. Что такое, а? Сперва обворуют, а потом говорят, что опоздал. На основании чего? Что значит, почему? Вы не прижимайтесь вы ко мне. Не прижимайтесь ко мне. Не хочу. Не хочу. Вы не прижимайтесь ко мне. Граждане, вы видите, да? Полицейский жмется ко мне. Я к вам не жмусь, мужчина, какой-то женщина. Не трогайте меня, я полицию вызвал. Говорите, что мужчина. Рацию не пикнуть. Наличный тогда. Опять жмется, а? Что у вас за... Организация такая. Жмутся к людям, а? На вас будет написано сегодня заявление в полицию. Понимаете? Нет? Вы понимаете, что опять ваша организация в вашем лице нарушает мои конституционные права? Нет. Нет? Ну, поймете, значит, что. Вашего друга или кого-то в ближайшее время, надеюсь, привлекут к уголовной ответственности. Ага. Вчера, позавчера он на меня напал. По факту недопуска меня в здание Серго обратился в полицию, написал заявление, получил КУСП 17-724, правильно? Абсолютно верно, все правильно. Все, спасибо большое вам. Всего доброго. До свидания. Полиция приняла у меня заявление, сейчас примет объяснение у сотрудников ЧОП СВОТ. Сейчас я подойду. Покажу. Вот он пишет заявление, объяснение. Некто Хайдаршин, как он сунул мне удостоверение. Вот он пишет объяснение. Надеюсь, что наконец их привлекут к ответственности. Всем до свидания. Всего доброго. Всем всего хорошего, берегите себя, своих близких и свои деньги. Не вкладывайте их в данную компанию. Компания «Центр аналитики финансовых технологий», расположенная в Перми,
по адресу делового центра Серго, ну и в других городах. Компания ЦАФТ.